Друзья, всем огромный привет! Я рад видеть вас всех на своем канале. Если ты не подписан еще на мой канал, обязательно подпишись прямо сейчас. И также нажми на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Видео у нас сегодня будет коротенькое, так что вам всем приятного просмотра. Я буду показывать. Поехали! Сегодня поговорим о таком клее, суперклей. Состав у него этилцианкрилат. Коротко назовем его CA. Неважно, какой это будет клей, главное, чтобы был состав такой. Не каждый знает, как с ним работать и для чего он нужен. Не только для склеивания поверхности, но мы сегодня немножечко захватим с вами столярочку. Вот у нас есть обычный кусочек доски. Это, наверное, сосна или елка. Ну, скорее всего, елка. Дальше мы, как правило, зинкуем. Закручиваем саморез. Да, как бы вроде все у нас спрятан, но, блин, это же некрасиво, если где-то скрытый элемент. Теперь капаем клей. Сейчас, как правило, пойдет реакция. Просто следите. Камера плохо передает, но пошла реакция с выделением тепла и дымка. Дым, конечно, ядовитый, им лучше не дышать. Все, теперь можно будет закрасить, и никакого отверстия нет. Также касается это более дорогих пород дерева, в данном случае это дуб. Это хороший такой кусок деловой, здесь есть такая вот трещина. Поступаем таким же аналогичным способом. Также можно трещину заделать вот такую. Визуально мы ее закроем 100%. Даже с первого раза все у нас закрылось. Это все хорошо. Теперь задачка немножко посложнее. У нас склон угол. Для этих целей подойдет нам малярный скотч, любая лента. Как видим, да, вот в углу пошла реакция, он сразу начинает сохнуть.
Здесь получилось почему более темный, потому что дубовые опилки больше использовал. Если бы я наточил бы сразу опилок еловых, то было бы гораздо светлее, как вот здесь. Но тема самая главная рабочая. Недаром, что ремонтировали разбитые раковины при помощи суперклея и макарон быстрого приготовления. Но здесь, я думаю, что вопросов не должно быть. Вся тема рабочая, как бы, да. Все по красоте, ничего нигде не видно. Даже я сам уже не могу найти, где я здесь вот особенно... А, вот, на дубе вот она была. Друзья, ну у нас с вами получился вот такой вот полезный ролик. Я надеюсь, что кому-то эта информация будет полезной. Конечно, она не новая, есть всякие придумки и головоломки с таким клеем. Но я думаю, что я все-таки показал это своими руками. И надеюсь, что этот контент был кому-нибудь полезен и понравился. Так что жду вас обязательно в комментариях. Всем вам хорошего настроения, самое главное здоровья. До новых встреч. Пока-пока.